Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти. Мы снова играем в Scrap Mechanic. И сегодня мы будем смотреть на построечку от Дмитрия Ворыдина. Он нам прислал вот такой вот междугородний автобус Kia. Так, давайте мы приедем на автовокзал. Автовокзал у нас от Антона Терентьева вместе с его автобусом. Так, заезжаем. Мы тут немножко не вписались. Так, первая платформа наша. Давайте смотрим, что у нас. Три кнопки управления. Первая кнопка опускает, поднимает подлокотник. Вторая кнопочка у нас, смотрите, включает свет над входом и открывает двери. И третья кнопочка у нас включает свет над водителем. Давайте выходим с водительского места и посмотрим, что же у нас. Блин, душа, как тут вылезти-то? Так, окей. Вторая кнопочка. Попробуем сейчас. Так, я вышел. Смотрим на салон. В салоне у нас над каждым сиденьем есть включатель света. Да, просто над каждым сиденьем вообще. Долго же, я думаю, что Дмитрий парился над этим. Под каждым сиденьем у нас есть коннекторы, и на каждое сиденье можно сесть. Что же, достаточно прикольно. Единственное, что я... Нет, я нормально вышел. Также есть над задними сиденьями, также подсветочка. Ну и давайте выйдем из автобуса и посмотрим, что же у нас есть снаружи. Двери мы закроем. Есть багажное отделение. Три с этой стороны. И три с другой стороны. Давайте все открываем. У Антона также есть багажное отделение. Открывается немножко по-другому. Так, что же здесь есть еще у Дмитрия? У него есть отсек с генератором. Скорее всего, это все-таки генератор. И есть отсек двигателя. Отлично. У Антона отсек двигателя открывается изнутри автобуса, то есть с водительского места. Давайте мы откроем. Посмотрим, какие же двигатели. А вы напишите в комментариях, какой автобус вам нравится больше. Так, все открываем. Так, это мы оставляем открытым. Это сигнал, это радио. Нам это не нужно. Окей, выхожу. Так, вот у нас двигатель от Антона и у нас двигатель от Дмитрия. Автобусы, конечно же, разные. Оба прикольные. А вы пишите, ребята, в комментариях, какой же автобус вам нравится больше. Оба автобуса ездят, поворачивают, ну и все такое. Во всех автобусах есть сиденье. Что ж, ребятки, пишите свои комментарии, какой автобус вам нравится больше. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами был Висконти. Всем пока!